Митинг против бездорожья. Жители Саратского, Арцизского и Тарутицкого районов перекрыли дорогу в районе Сараты с требованием ремонта дороги местного значения, соединяющей районные центры. Дорогу Тарутино-Арциз ремонтировали 5 лет назад. Ее хватило на 2 года. С 1 января «Укравтодор» передал трассы между селами и районами на баланс местных органов власти. Искать средства на ремонт теперь задача, в том числе и районы государственных администраций. Где деньги, которые были запланированы для ремонта участка дороги Тарутино-Арциз, которые были 67 миллионов выделены, и использовано всего лишь 15, и непонятно, за чьи средства техника тут же была... Техника переброшена. Пожалуйста, мы остановили транспорт, и нарушают водители. Многие нас даже не понимают, что мы сегодня стоим за свои права, но мы стоим и будем стоять, и будем требовать.